инвалиду заехать. Здравствуйте. 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 Так. Исполнитель обязанности начальника дежурной части делает. Так, а у вас начальник? Березовский Сергей Леонидович сейчас выйдет. Зачем? Потому что в интернете указано. Так, приходим на те отдел полиции, флот общественного транспорта. Мы же проезжали, там получается, сколько остановок? Две остановки в обоих направлениях, что в правой стороне, что с левой стороны, по одному направлению по тротуару можно идти. Так, есть наблюдатели на пути к отделу полиции. Мы проезжали, смотрели. Есть? Знака не нашли? Нет? Есть? Есть. Верю, заходите. Так, табличка на входе есть, пандус нет. Ну, пандус здесь и не нужен. Мне уже нет такого, тут да, нет, и все, то есть нет. Да. Да, потом какие-то комментарии, потому что сразу где-то придет снова в МВД, и там уже какие-то свои комментарии, простите, на каждого отдела уже будут задать. Здесь надо на руки попарываться. Нет, конечно, было бы логично, тут да, нет, не предусмотрен, предположим. Вот. Так, ну тут такого. Так, КПП на входе есть. Просят ли сотрудники отдела предъявить паспорт? Просят? Ну, для того, чтобы удостовериться, то только гражданин изначально вот здесь, на первом посту, они непосредственно спрашивают себя для того, чтобы отразить точные данные гражданина, который обратился к нам. А если нет, то человек свой паспорт? Нету, это последствия, потом при приеме заявления он удостоверяется его личность. Но он может заявление подать? Без естественно, да, без вопросов. Мы не требуем в качестве того, что имеют это. Ну, в большинстве у нас граждан не носят паспорта с собой. Ну, просто так вообще просят сотрудники по отделу предъявить паспорт в кавычках оснований для требования документов. Запишите в комментарии. То есть какое основание для требования документов? Ну, убедиться в личности. Убедиться, удостовериться в личности гражданина. То есть это проект документов? Нет, удостоверение его личности. Нет, мы должны понимать, что вот именно это лицо, да. Что, Иванов Иван Иванович пришел? Да, и... Чтобы гражданин не подал от лица другого, вот еще заявление. Ну, ложно свидетельство. Ну, только что решили, что человек может себе без паспорта подать заявление. Да, что может на его личности само установлено. Это именно основание для проверки документов. Ну, видимо, скорее основание то, что он находится в отделе полиции, да? То есть, наверное, основное основание. Здравствуйте. Да. Так, можно ли предъявить другие документы, представляющие личность? Да. Где? Водительское удостоверение, военное удостоверение личности. Водительское удостоверение, по-моему, не является. По крайней мере, изначально, может, он гражданин обращается, или меньше вот такие вот документы, если он дает, то да, у меня есть личность. Теперь проверяем, в любом случае потом все-таки есть человек. Ну, я так понимаю, что да, но да? Мне номера дали, и не будет денег. Так, осуществляется досмотр вещей, проверка металлодетектором на входе. Да. Когда объемные габаритные сумки, заявление писать. Ну, есть металлодетектор? Вот, да, конечно. Ну, вот я к вам недавно перечатку. Вы куда? Паспорт нужен был год. Да. В общем, по номерам я позвонила, ничего, никакого эффекта. Имеется информационный стенд. У вас стенд для граждан не бил. Вот они, да. Нет, еще есть места, где есть информация на граждан. Зади вас. И вот здесь другом. Нет, кроме этого пола. Нет, нет, вот вся информация для удобства включена в одном месте. Там еще за углом, да, что-то? Тут, внимание, вот. Да. Самой идите. Предоставлена невозможность фотографировать стенд.
Тут, ну, понятно, что сейчас нам предоставлена эта возможность. Меня интересует, если просто гражданин придет. И конечно, конечно, если ему нужна какая-то информация, сейчас телефон не пользуется, да. Ну, никто не будет запрещать ему. Нет. Вот контактный телефон нужен, он сфотографировал для себя на телефон. Ну, также можно делать видеозапись, правильно? Понимаешь, что вот стендер, кстати, есть стендер. Есть для удобства. Подождите, есть необходимость получить информацию. Пожалуйста. Сейчас она вас встретит. Так, хорошо ли читаете текст информационного стенда? Здесь освещено нормально, но. Да, освещено. Хорошо. Есть информация о наиболее типичных преступлениях, совершаемых в районе отдела полиции. Ну, например, их разыскивают. А что, это мальчика не нашли? Это же, по-моему, года два прошло. До сих пор? Нет, пишет. Кирилл Усольцев пишет его до сих пор. До сих пор еще? Да. Информация о том, как обжаловать незаконные действия сотрудников данного отдела. Ну, имеется в виду, у нас телефон доверия. Телефон в УСБ аспекту. Здравствуйте. Где для подачи заявления в прокуратуру, координаты службы соцобраза? Для получения справок о судимости тут идут. Образцы, нормативная база вот у нас. Нормативная, тут паприка полностью, все образцы, которые... Банки, заявления, образцы. А это просто здесь находится? Да. Да. Специально вот для этого разработано, что в соответствии с стендами, алгоритм деятельности, от них требует. Так, медицинская аптечка. Беру на часть, имеется. Она нам нужна. Сейчас приедем. Да хорошо. Я тут был неделю назад, все было. Все было? Здесь граждане растаскивают меньше. Больше контроля. Здесь. Может, для них пусть пользуются. Надо тоже забирать. Собрано в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 169-й. Это как бы... Мы сами собирали вот эту аптечку непосредственно. Ну, и вот, ну, раз вы собрали, получается, вы собрали ее согласно какого-то перечня, правильно? Да. А как да. Можете с этим перечнем ознакомиться? Есть такой перечень. Тут как бы кроме вот этой автомобиля еще дополнительно мы тут выложили отлично. Ну вот эта аптечка, она с приказом 325. Нет, это автомобильная, да. Это автомобильная стандартная аптечка, которая стандартная, потому что часть, которой, допустим, приборов нету в этой аптечке, она имеется в этой аптечке. Есть. Ну, у себя цель должностного лицо заявляет, что она собрана согласно приказу с заверителем. Да. Перечень, потому что перечень официально нет, брали. Нет, ну, брали, не что, нет, нет, даже 169-й, что они входят больше, чем вот находится вот, в собранном обороте. Нет, да. Я вижу, что у вас оно. Ну, в стандартном в наборе нету вот этого покрывала. Его нигде, в принципе, нету. В свободном обороте. Она у нас имеет. Это теплосберегательное покрывало. Нет, а в таком фабричном виде вообще бывает сложно? Вот такая же коробочка и написано 169. Нет. То есть у нас собирается, как получается, оно, перечень, да? Оно идет в Министерство здравоохранения как специальные аптечки, и у них как бы для этого предусмотрены чемоданы у медиков. А у нас как-то какого-то нету чемодана. То есть там предусматривают пластиковый контейнер, либо сумка. Ну тут внутреннее положение. Делали в рабочем месте. В данный момент вы единственный отек, что имеете зыковый. Так, имеется ли в отделе юридическая литература? Начальник отмены имеется. Да. Вся необходимая, которая руководствуется при работе. У сотрудников дежурной части также. Людей просто хочет обратиться, предложим, у него какой-то вопрос, там сказал полиция. Может попросить его? Ничего проблем, даже здесь на первом посту у нас имеется. А, имеется. Полиция.
Что еще, кроме закона о полиции? Ну, что необходимо? Все кодексы. Все кодексы имеются у нас в дежурной части непосредственно. То есть, если хотят ознакомиться, если им определяют, хочется ознакомиться. Главный закон есть? Конституция, все есть. Да. Абсолютно. Если у нас с вами не было, все на подоконнике имеется для оказания госуслуг. То есть у нас собраны документы, папки для оказания госуслуг. Все, что необходимо. Так, имеется ли в отделе, даже не так, информация о том, что делать, если не приняли заявление. Она должна вот именно знать, как это будет, только в таком виде. Случай отказа. Так, случай отказа. Ну, это так хорошо. Даже краска еще не высохла. Когда практически последнее деление проверяешь, там есть все. Она есть, она просто такая вот цветает, но ее периодически меняют. Желтеет, по-моему. Так, информация о возможности подать заявление через интернет. Без проблем. Вот сайт госуслуг, у нас расположено вот здесь объявление также. Также алгоритм действий для граждан вот в цветном варианте все полностью есть. Для подачи в электронном виде необходимо. Вот. Пошаговый. Порядок приема обращений граждан какой? Порядок. Обращение приходит, обращается. Да. Значит, вызывается, выясняется суть обращения, вызывается вот уполномоченный, который либо следователь, дознаватель, принимается в устном приказе. У тебя там еще один из вопросов был? Или? О, видишь, запрет сразу висит. Нам сказали, что можно, а здесь видишь. На территории запрещаются кино, видео, съемки и так далее. Как это противоречит? Это не служебных кабинетов. Имеется в виду насчет служебных режимных. Не, но это территория считается. Вот сейчас дежурная часть, мы это территория. Нет, фойе нет. То есть я не могу, допустим, я заявитель, я прихожу к оперуполномоченному, но я хочу, чтобы, когда я подаю заявление, у меня велась видеозапись. Я что, как заявитель, не имею права снимать именно в кабинете свою беседу с опером, так сказать? В данном случае просто-напросто идет речь о кабинетах, где проводится оперативная работа непосредственно гражданами, поэтому запрещена съемка. То есть я сам для своей, грубо говоря, безопасности не могу это вести видеосъемку. С целью того же самого, что тут возникает гражданство. Нет, у нас ограничение только по режиму. Вашего опроса. Вам же дают копию. Вот вы опросили или вы дали показания, или при необходимости. Вам дают копию. Не, ну хорошо, даже предположим, если какая-то беседа, вот как он говорит, уполномоченный. Он говорит, нельзя снимать. Он может, предположим, попросить пройти, предположим, в этот кабинет? Нет, может, может, да. Чтобы они уж там не снимать, а вот тут можно, да? То есть можно договориться. Да, в режимах можно, конечно. Так, это принимает. Так, график приема граждан. Где тут? А вот он у нас есть, да. Телефон доверия. Горячая линия МВД. Вот горячая линия. Самая горячая линия главного управления у нас. ОСБ? Так, фамилия, имя, отчество, контакт руководителя отдела полиции. Все есть. Информация о правах задержанных и обязанности сотрудников, как отражена? Она отражена у нас внутри, в дежурном тесте. Соответственно, граждане. Мы можем туда пройти? Можем пройти, только без... Я, как обычно, закрою просто. Нет, ну там на месте мы сможем. Нам нужно стенд там заснять, что он есть. Граждан. То есть я там внутри уже ее включу. Стенд сам снимите. Да. То есть тут производится у нас разбор с ним. Был кабинет. Впоследствии уже дальнейшая работа. Можем мы сделать фотографии камеры задержанных? Нет. Почему? Потому что служебное помещение запрещено съемка. Нет, камера. И камера пустая, которая. Ну, вот сейчас были недавно, то есть мы посмотрели, что камеры есть даже над входом, и там то есть человек повеситься не сможет. Камера, конечно, у нас есть и камеры, вы на монитор пройдите, вот оперативный зал может посмотреть. Ну, то даже пустую камеру мы не можем. Нет. Надо ведь тебя что-то делать у вас. Банк не проходит. Сейчас. Так.
Общественный совет при МВД региона. Так, это ОНК. Общественный совет? Нет. Вот всего конфликт между жителями квартиры 94. Так, столы, стулья, еще бумага, ручки. Есть. Туалет для посетителей имеется? На каждом этаже. Имеются мужские и женские туалеты, в случае, если гражданин проходит, он пользуется. Без паспорта он не сможет воспользоваться. Нет, почему без паспорта? В сопровождении, понятно, что... А, можно зайти сюда воспользоваться? Если нужда, конечно. Туалет для инвалидов? Ну, нет, туалет нет. Кулер с питьевой водой для посетителей? Кулер есть? Есть. Ну, все, два вопроса. Вежливое ли обращение сотрудников? Да, наличие нагрудных знаков. У нас нагрудные знаки только можем, все же участие наличие. Это бейджики. Нагрудные знаки только при несении службы по охране в штатном порядке. Ну, вот у того сотрудника нет ни знака, ни бейджика. А это следователь считает материалы ответственности? Не входит в состав следственной персоны. Здесь у нас получается замечание только по этим туалетам. Что по туалету для инвалидов только у нас, да, вопрос? Ага. Но они как бы у нас и не проектировались. Ну, они нигде не предусмотрены. А анкета московская, у них-то уже, видимо, где-то начали делать потихонечку. Ну, нет, у них, наверное, тоже в планах. Там, может быть, какие-то президентские вот эти последние, которые строили отделы. Там, возможно, есть. Нет. Может быть, и лифтовые есть какие-то для подъема. Мы прекрасно понимаем, что есть отделы, где, предположим, пандусы не нужны, как, предположим, у вас. Да? Есть отделы, где необходимы, как УП номер 2, предположим. Там, когда... Да. Вот. Поэтому тут не должен быть... Там есть дорожка УП номер 2? Так, ну все, спасибо. Мы поехали. До свидания. Все, до свидания. Спасибо, до свидания.